просит денег, сука, хочет на модель. Она продаст душу за ключи от Панамы. Просто так, просто так. Мы сейчас идем с Яной на конюшню. Буду показывать вам что да как. Видите меня обратно? Щеки. Как только я гелия, я не 4 года. Там кто такой только что пронесся? Вот на вот этой вот лошадке сидит Гиля. Здесь так неплохонько. Я не знаю, каким чудным образом, но вот там вот две лошадки. Вот здесь вот всего лишь какая-нибудь маленькая канавка. Там нет забора. Я все еще иду. И вот эти лошадки просто бегают и выпрыгивают. Я уверена, что наши бы давно свалили. Спрашивала девушка, какова дорожка. Вон она, родненькая. Вон и поскакала. А вон манежик. А я стою вот где-то вот здесь, на подъеме. И могу здесь все снять. Господи, было бы у нас такое. Было бы замечательно. Очень удобное место для съемки. Шагаю там такие вдвоем. Никого из них не волнует, что они оба на жеребцах сидят. Производитель их. Они прям рады бывают шагают. Жесть. Это не то, что Гринфилд какой-нибудь. Да. А посередине идет кобыла сбоку по жеребцу. Замечательно. Просто как? Почему в смысле? Они начали разминаться, я просто угораю, потому что вчера их попросили сложить клавиши.
под клавиши изложения, там вот жердочки лежат посередине поля. На них ругаются, потому что они это не сделали. Сегодня будет жесткая тренировочка. Жестко. Come on, let me hear you say it.